Приветствую всех на своем канале. В сегодняшнем обзоре у нас приложение GeForce Now. GeForce Now – это игровой удаленный сервис, то есть мы можем играть удаленно на чужом оборудовании. Также можем играть через компьютер, на слабом даже компьютере мы будем все равно использовать удаленный компьютер, или на смартфоне, на операционной системе Android. В предыдущем обзоре я показывал, как зарегистрироваться на данном сервисе. Кому будет интересно или кто не понимает, как зарегистрировать и получить бесплатно месяц игры на данном сервисе, ссылочка в описании под видео будет на данный обзор. Также я ставлю ссылочку на приложение для Android, кто не сможет скачать с Google Play. И давайте запустим, посмотрим, как он работает. Как мы видим, я подготовил клавиатуру и мышку и геймпад. Для игры через GeForce Now вам понадобится какое-то управление. Сенсорное управление не поддерживается здесь. Вам или геймпад понадобится, или клавиатура и мышка. Запускаем GeForce Now. Также для того, чтобы играть на данном сервисе, вам понадобится игры, купленные в Steam, можно привязать, или можно использовать другие магазины, или использовать бесплатные игры. Я покажу пример на Fortnite, как мы видим. Запущу его. Как мы видим, сразу у нас выскочила табличка. Рекомендуется подключить геймпад. Смотрите список рекомендованных геймпадов на сайте и тому подобное. Нажимаем продолжить. Также у нас бесплатная подписка на месяц. И у нас, естественно, нужно ждать очередь, как мы видим. Так, наконец-то у нас загрузка подходит к концу. И, как мы видим, написано «Вы следующий». Главное не выходить, не сворачивать данное приложение. Если вы свернете, попытаетесь заново зайти, у вас не будет продолжаться игра. У вас просто начнется заново идти очередь, то есть опять ждать столько же времени. Увидим, появляется у нас экран здесь, наконец-то. Так, для подключения клавиатуры и мышки я использую адаптер USB от LG, вот такой вот, на Type-C для моего телефона. Этот адаптер от клавиатуры и мышки. А геймпад у нас просто по Bluetooth подключается. Так, ждем, запускается лаунчер игровой. Почему-то выбивает у меня большая потеря. Ну, видимо, качество интернета плохое для него. Хотя у меня 100 мегабит, нормально все передается. В играх, то есть, не жалуюсь. Роутер у меня в данной комнате буквально 3 метра от меня. Можно по сенсору нажимать, то есть курсор мышки реагирует на сенсорное нажатие. Это будет удачно для моего геймпада, так как у меня геймпад однорукий. Смотрите, здесь только есть одна кнопка. Правой стороны геймпада как бы нет, это специальный геймпад, где управляется сенсором. Смотрите, одна кнопка здесь. Это будет полезно. Проверим на одноруком геймпаде потом. Сначала клавиатуру и мышку проверим. У нас здесь слева есть меню. Можно использовать несколько геймпадов, если мы играем, например, в Mortal Kombat, какие-нибудь файтинги. И дальше выход, отправить отклик и предупреждение, выключить предупреждение сети. Так, вставляем адаптер наш и проверим быстренько игру. Так, я даже не нажимал управление, не выставлял какое. По сути, оно исчезло даже, смотрите, вкладки больше нету. Это у нас другой лаунчер. Так, запускаем нашу игру. У меня выбивает почему-то потеря пакетов. Видно, сеть слабовата. Или сервер находится очень далеко. У меня в играх нет такой проблемы на компьютере. Но так же самое, когда я показывал, как зарегистрироваться в обзоре предыдущем, в котором ссылочка в описании под видео. Я показывал еще на компьютере, тестировал GeForce Now. И там так же самое у меня выскакивало, то есть сетью. Ну, видимо, проблемы с сервером. Еще один нюанс, самый главный, если вы играете на клавиатуре и мышке, вы не сможете использовать правую кнопку мышки. Если я найду способ, как это изменить, я оставлю в описании под видео мануал небольшой, как сделать, чтобы можно было использовать правую кнопку мышки. Сейчас, если вы нажмете, будет выскакивать, нажмите еще раз для выхода, то есть закроется приложение GeForce Now, игра свернется, и если вы обратно зайдете в игру, точнее откройте GeForce Now приложение, игры уже не будет. Будет опять выбор игр, и опять заново придется ждать. Нажимаем играть.
довольно таки на вид вроде как нормально. Я просто смотрю издалека на телефон, вам будет виднее, есть ли мыло здесь, потому что в предыдущем обзоре, еще раз хотел напомнить, там было мыло жестко, очень сильно видно было по небу, когда смотришь особенно. Так, летим на точку. Там как раз небольшой город есть. Можно будет посмотреть, подвисает ли там. Потому что в предыдущем обзоре я даже показывал, то есть здания не сразу прорисовывались. Так, колесико мышки крутится. У нас выбило только что уведомление, что скоро потоковая передача закончится. Это ограничение наше, видимо, в бесплатном аккаунте. Опять правой кнопкой зажал по привычке. Надо управление подкорректировать. Видимо, что-то не то я сделал. Нажимаем параметры. Редактируем здесь. Прицелиться здесь ставим. Ctrl. Я поставил просто Ctrl кнопку. Нажимаем применить. И теперь можно целиться. Так как у нас правая кнопка мышки не работает. Так, давайте, в принципе, нормально все работает сейчас. Видимо, еще зависит как-то от сервера. Смотрите, все нормально прорисовывается. В предыдущем обзоре я показывал, ужасные были дома. То есть я бегал около минуты, они только начинали прорисовываться после этого. Видимо, вот это бесплатный аккаунт, то он и бесплатный. То ужасно все прорисовывается. То есть железо там, видимо, слабее было. В бесплатном аккаунте, чем в платном. Ну, видим, более-менее нормально работает. Да, есть подвисание. Но может это из-за моей сети. Может из-за сервера. Потому что вчера, говорю, еще раз напомню, были жесткие подвисания. Так, давайте я подключу геймпад. Включаю геймпад. У меня уже перед этим был подключен. Так, ну геймпад. Однорукий, конечно, нельзя им пользоваться, как мы видим. Здесь правильно бегает. Поворачиваться. У меня нету просто второго грибка здесь. Это однорукий геймпад. А так геймпад, в принципе, смотрите. Все работает. Если у вас нормальный геймпад, то, в принципе, все уже более-менее настроено. Вот стрелять кнопка, смотрите. Сейчас я выберу оружие. Мне дадут выбрать оружие. Ага. То есть стреляет. Смотрите. Целится. Все правильно, уже изначально настроено. И ходьба. Просто у меня нету в этом одноруком геймпаде второго хита. По сенсору не получается вот управлять. Для этих геймпадов. Так, геймпады, значит, поддерживаются изначально. Только полноценные, не как у меня. Ну, в принципе, на этом и все.
Кому было полезно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, всегда буду рад помочь.